Всем здорово! Всем привет! Приветствую вас, дорогие друзья! И сегодня мы будем пробовать необычные чаи. Например, чай фьюсти со вкусом абрикоса. Персика. Ну, персика. Чай фьюсти со вкусом лесные ягоды. Это, кстати, бывшее название у него Нести. Да, вот. Нести со вкусом цитруса. Да, а сегодня так. И самый дорогой это зеленый чай Липтон Айсти. Да, итак, ну что ж, сперва начнем с, наверное, с самого дешевого варианта. Это Липтон, цена этого напитка 79. Не Липтон, а Нести, Маша, да. Ты ошибся. Бывает такое. Итак, ну что ж, давайте же приступим к дегустации. Там был этот... Диппер Пайнс. Вот мои кружки начали. Там литровые взял. Раз. Дос. И, наконец, трис. Итак, ну что ж, давайте попробуем этот напиток. О, ну что ж, в принципе, неплохо. Оценочка, наверное, 9,5 из 10. 8. А я 6 из 10, потому что мне цитрусовый чай Нести не очень нравится. Да, в принципе, было не очень. В принципе, было нормально. Диванные эксперты одобряют. Итак, ну что ж, следующее, что мы будем пробовать, это фьюсти со вкусом. Надо, правда, конечно, два фьюсти. Фьюсти. Ну, давайте попробуем со вкусом лесных ягод. Мою кружку не забудьте. Одну секундочку, у меня не допито. Ты не знай, как будто у тебя голос охрип, Паш. Итак, ну что ж, все остальное я доливаю себе. Сейчас коктейль устроишь, как бар. Итак, ну что ж, давайте сейчас попробуем этот напиток. В принципе, вкус довольно-таки не изменился. На вкус, в принципе, как Нести. Просто давай поменяли и все. Так что, что Нести, что и Фьюсти. Это одно и то же. Ну, оценка я ставлю где-то 8,5 из 10. 10 из 10. 9 из 10, потому что это лесные ягоды. Да, а так на вкус, в принципе, напоминает Нести. Диванные эксперты одобряют. Итак, это тоже. И наш последний экспонат, это, конечно же, Липтон со вкус... Липтон холодный чай. Да. Название, конечно же, не написано. С каким вкусом, конечно, я забыл сказать. Зеленый чай у нас в программе нашей. А мы не пили это фьюсти, вот этот персиковый. Ну ладно. Да, ну об этом, собственно, мы снимем отдельное видео. Да, еще такие еще сделают, на все 100%. Я даже сомневаться не буду. Ну, как будто часть моего личика. Не знаю, как в фильме, в мультике Мула. Мулан. А я уже свою взял и тут... Нипперпэнс. Итак, что ж, давайте приступим к дегустации. Липтон и правда вкусный чай. Чай-то, знаете, привкусы мяты. Итак, ну тоже, я думаю, поставлю, пожалуй, оценку 10 из 10. Я 8 из 10 поставлю. Я придумал новую оценку. 20 из 20. Ну что ж, как говорится. Диванные эксперты одобряют. Итак, ну что ж, диванные эксперты одобряют. Одобряют. Итак, ну что ж, думаю, на прощественное все. С вами Пагмиров. Гришаныч и Женечек. Поэтому лайк, подписка на Женечка и на Гришаныча. Всем удачи, всем пока и до новых встреч. Как дома.